Ну что, мои дорогие, надо же, ничего себе, как много вас. А что не спите-то? У нас 6:30 утра, а в Москве 2:30. Но есть же очень много регионов, да, которые в это время не спят. Вот, ну что, я здесь, на Буде. Выехала из дома в 5, доехала до поворота на Буду. Вот, и вот здесь 7 километров вверх, вы еще не ложились, молодцы. Дошла, быстренько бегом вперед, впереди всех обогнала. Единственное, ребят, ну да, девочки, и вас тоже с праздником, естественно, всех. Я как-то считаю, что женщины просто особо с этим праздником не поздравляют женщин и женщин, но все равно вам спасибо, да, мы поздравляем там мам, бабушек и так далее и тому подобное. Вот, ну, достаточно, знаете, очень красиво. Хабаровск, привет. Достаточно легко дошла, потому что в это время вообще не жарко, и идти даже в кайф. Все время мы сюда ходили, выходили в 7 утра, и было очень-очень-очень жарко, и поэтому очень тяжело. Теперь со следующим фитнес-туром обязательно пойдем вот так же, где-то в 5:30, и это просто элементарно. Почему Юля не пришла? Я вчера объясняла, у Юли большая беда с ногой, она еле-еле ходит, и если бы она сегодня пошла со мной подниматься и спускаться на Буду, мы бы не смогли с ней вообще заниматься. Вот, я ее поэтому освободила от сегодняшнего похода. Юля вчера гуляла с молодым человеком, да, я вам уже говорила, что Юля здесь, можно сказать, встретила, ну, не судьбу, конечно, свою, но познакомилась с очень милым, очень красивым молодым человеком, они вместе летели, вот, я, можно сказать, еще и судьбы соединяю, вот рассвет, рассвет очень красивый. Камчатка, привет, всем привет. Ну вот, подъем чем страшен. Периодически было очень темно, когда мы вышли, была вообще прям кромешная тьма. И иногда в таких вот, знаете, в некоторых местах, там, где темно, страшновато. И плюс еще проблема в том, что везде обезьяны. Фу, обезьяны. Украина, привет. Проблема еще в том, что везде собаки в темноте, да, и они начинают лаять, но они не бросаются, если ты не заходишь на их территорию, они не бросаются, вот, и поэтому я как бы вот шла мимо этих собак без боязни, хотя вообще, конечно, собак боюсь, вот. Ну что, очень здесь, конечно же, красиво, естественно, вот именно здесь монах здесь завязывает на желание вам веревочки. Я сюда обязательно Юлю привезу. Сейчас, секунду. Обязательно я сюда Юлю привезу. И она загадает желание. И я за всех за вас, как всегда, помните, я на Новый год вам завязывала перед Новым годом листочки с желанием. И обязательно вам это все сделаю. Вот. А сейчас, ребят, давайте вас тоже всех, естественно, с праздником. Сейчас всем отличного дня. Пообщаемся, поболтаем днем. Всем самого-самого-самого наилучшего. Всем с праздником. Вот приедем сюда. Сделаю вам вот такой вот листочек, как делала и на Новый год. Все, мои дорогие, давайте. Люблю вас, целую, обнимаю. Сейчас вам покажу красивый рассвет. Да, место очень таинственное, ребят. Место очень-очень интересное, и всегда в этом месте испытываешь... О, Раиса, привет! Всегда в этом месте испытываешь такое некое волнение. Я вас тоже всех поздравляю с праздником, и самое лучшее от вас для меня поздравление с праздником — это
поучаствовать в моем конкурсе, в розыгрыше путевки на Пхукет. Я очень хочу, чтобы участвовало очень много людей, чтобы все они получили шанс выиграть. Вот это вот моя к вам просьба, поучаствовать в моем конкурсе. Всего-навсего нужно подписаться на всех друзей в моем аккаунте Саншлена, на все подписки и ждать розыгрыша. Я жду, когда подпишется как можно больше людей, чтобы разыграть эту поездку для всех вас. Хорошего дня, я вас целую.